Всем привет, друзья! Канал «Свой среди своих», кулинария, я свой. Ребятки, ну короче, на днях купили коньячок в магазине. Так, решили с шашлычком чуть бахнуть. Ну, короче говоря, коньяк оказался не особо хорошим в магазине. Это, кстати говоря, всем тем, кто пытается там что-то написать. Это не коньяк, да настоящий коньяк. Там, ребят, настоящий коньяк, вы, наверное, да, если печень продать, то 50 грамм выпьешь. Вот. А печень нам нужна, как известно. Так вот, мы его облагородили. Чуть-чуть поменялся цвет у него. Вот, ну, попробуем его на вкус, что получилось. Жага, помнишь тот вкус, да, когда мы его пробовали? Конечно, отвратительнейший, конечно. Да. То есть, друзья мои, да, порой то, что мы, допустим, самостоятельно настаиваем, да, делаем какие-то вот, так сказать, имитации коньяка, правильно если выразиться, они гораздо лучше и вкуснее, нежели то, что продают нам в магазине, пытаются выдать, в любом случае, не коньяк бренди за какой-то бренди. Ну, честно скажу, конечно. Ладно, ближе к телу, как говорится, да. Ваше здоровье. Заценим. Друзья, да, органолептика, так. Ароматы. Ну, аромат поменялся, хороший, да, аромат хороший, очень хороший. Да. На вкус. Божественно, да. Прям так класс. Очень классно, ребят. То есть стоит. Если такая ситуация получилась, обязательно повторяйте. Очень чувствуются нотки коньяка вот, в перемешку с нашими ингредиентами. Очень замечательно. То есть здесь вот и лесной орех чуть присутствует, как бы нотки дополняют. То есть из говна сделать конфетку, ну в принципе реально. Поэтому без лишних слов, друзья, не забывайте подписываться на канал. Рецепт в текстовом виде будет на сайте. Начнем. Итак, друзья мои, для приготовления настойки на коньяке, если коньяк у нас запоротый, допустим, с магазина идет, нам понадобятся следующие ингредиенты. Все буду показывать по порядку. Прежде чем начну, скажу, что вот, ребят, бомбические весы вообще очень классно работают. Погрешность очень маленькая. Всем, кому нужны весы, рекомендую. Если найдете в магазине, будет замечательно. Но если не найдете, то ссылочка будет на маркет внизу в описании. Ну, а мы приступаем. Ребятки, ну, берем колгана. Смотрите, уже я его взвесил. У меня идет здесь порядка 3 граммов колгана. Добавляем курень колгану. Сюда же у нас пойдет, смотрите, вот я сразу акцентирую внимание, гвоздичка. Но гвоздички вы это срезаем обязательно само соцветие. Ну, нам не понадобится. Берем чисто ножку. Добавляем ножку сюда. Вот, ух ты. Так, имбирь у нас пойдет 6 грамм. Таким вот образом я его нарезал. Вот так вот по фракции. Вот такой тоненький. 6 грамм имбиря. Так, теперь берем кардамон. Кардамон у нас получается 2 грамма. Все это делаем на объем 0,5. Так, кориандра у нас вышла, ну, это даже много, вы намерили 4 грамма, беру половинку, 2 грамма. Фундук 4 штуки, смотрите, лесной орех идет у нас. Значит, что здесь особенность какая? Скорлупку стараемся, чтобы мелких частичек у нас не было, это нам поможет и при фильтрации в дальнейшем. И обязательно, чтобы ядрышко у нас оставались вот так целыми. То есть вместе со скорлупками отправляем тоже сюда. Анис, ну буквально вот у нас идет здесь на кончик ножа. Совсем-совсем немножко. Ну и все, берем коньячок, собственно. Открываем коньяк. Ну и приступаем к облагораживанию нашего коньячка. Все, ребяточки, под крышку это все дело на 2 недели в темное место. Обязательно в темное место, чтобы у нас не крался цвет и так далее. Отправляем в темное место, настаиваем. Ну что, друзья, спустя время
открываем, отфильтровываем через марлю. Ну, аромат мне нравится уже. 4 слоя марли, больше, меньше, ничего не надо. Как вы видите, продукт достаточно чистенький получается. Так что делайте, экспериментируйте, много не пейте. С вами был Свой. Всем пока.